Доброго времени суток, это канал Postproduction, и сегодня мы рассмотрим гитарный усилитель Paulin Legion. В качестве кабинета мы используем кефир с импульсом из серии Catharsis One Precision. Хотелось бы отметить, что есть здесь переключатели Red и Green. Это переключатель двух каналов. Green более такой овердрайвовый, что ли, скажем так. А Red, он такой жесткий такой дисторшн. Но, собственно, это, в принципе, и регулируется в любом канале вот этой крутилкой драйв. Давайте начнем с Green, покрутим и послушаем. Поехали! А теперь Red. We'll be right back.
я думаю, можно закончить обзор этого замечательного гитарного усилителя. Но не забывайте, что звук ограничится не только этими настройками, но также не забывайте здесь обрабатывать уже при сведении и мастеринге, делать компрессию, эквализацию и так далее. Также можете использовать педали, примочки в виде грелки, типа TS-808 и так далее. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите вопросы свои в комментариях, буду рад ответить. Всего доброго, пока!